поисках бабочек-сердечек. Ты готова? Наконец-то я увижу бабочек-сердечек. Вчерашняя серия «Край файлов» великолепна. Там говорили о летающих тарелках и марсианах. Эй, а где остальные? Я же просила вас не опаздывать. Ты сама опаздываешь. Ладно, но сегодня единственный день в году, когда можно увидеть бабочек-сердечек. На такое зрелище нельзя опаздывать. Новые пижамки. Такие красивые. Фото, еще фото. Мы надели эти пижамки по особому случаю. Нужно спешить, а то я все пропущу. Кали, что с тобой? Я не могу найти автобус. А там меня ждет Као. Мне жаль, но думаю, кто-нибудь с горы фантазий поможет тебе его найти. Пойдемте. Стой, Панди, ты же хорошо знаешь лес. Ты должна помочь Коале. Но я хочу увидеть бабочек. Пожалуйста, Панди. Ладно, если поторопиться и разделиться на группы, мы успеем и бабочек увидеть, и помочь Коале. Где ты в последний раз видела автобус? Помню, я его припарковала под деревьями. Мы ведь в лесу. Поконкретней, пожалуйста. Простите, я не завтракала. Эй, Нала, есть яблоки? Здорово. Пикник, ура! Да, бросай их мне. Ой! Я нашла бриллиантовую соску. Эми, расскажи мне о марсианах. Я не хочу запачкать новую пижамку. Когда прилетели марсиане, от них было много шума. А как вообще нашли марсиан? Найти их летающую тарелку очень легко. Они оставляют следы на земле, как вот эти, и ослепляют светом. Вот так. А еще они обычно прячутся в лесу. Вот в таком. Осторожно, зачем вы бежите? Бедный Као, где же он? В конце концов, я так и не увижу бабочек-сердечек. Марсиане, моя новая пижамка! Все, хватит! Я больше не буду искать! Но, Панди, марсиане схватили Као! Какие марсиане? Нет, нет и нет! Я пыталась помочь, но вы несерьезны! И я ухожу смотреть на бабочек-сердечек! Нала голодна, Джиджи на пикнике, а теперь еще и марсиане! Я пыталась помочь, честно, но они такие глупые! Вот они, бабочки-сердечки за этим холмом. Пен? Пен, ты меня напугала. Автобус Куали. Бедный Као, он, наверное, напуган. Но бабочки так близко. Я не знаю, что делать. Я не боюсь, марсиан. Я просто побежала вместе с вами. Марсиане! Као! Где же ты был? Панди, ты нашла Као? Но как же твои бабочки? Вы с Као для меня важнее. Я так вас люблю. В любом случае марсиан не бывает. Марсиане! Смотри, Панди, это бабочки-сердечки. Ну, конечно же, как я не подумала. Они слетают с нас